Установка дорогостоящей системы видеонаблюдения в 19-й школе началась еще 2 года назад. Была в городе программа по «Безопасный город», она называлась. Мы решили в ней поучаствовать и за собственные средства, которые выиграли на сумму гранта, решили запустить эту систему. Система включала в себя 8 внешних видеокамер, которые наблюдали за периметром школы. В этом году с установкой новой пропускной системы завершили монтаж еще 16 камер внутри школы. За недолгий срок работы такая тотальная слежка уже не раз себя оправдала. Недавно на днях теннисный стол девочки сломали, ну их нашли. Да, быстро, да. Причем, потому что камера их засняла. Обслуживание видеокамер ведут специалисты Центра информационных технологий. Архив видеозаписи хранится в течение месяца. По словам самих учеников, камеры их дисциплинируют. Это плюс большой школе, потому что все же мы следим за порядком, а раньше такой вид не могли мы обеспечить. Несомненно, хорошо, что в нашу жизнь все стремительнее входят современные технологии. Но жаль, что уходит система воспитания простыми разговорами о том, что такое хорошо, а что такое плохо. Евгения Креминская, Евгений Ерофеев. Новости Димитровграда.